Всем привет! В общем, у меня очередная переделка. Вот такие вот мастера уложили ламинат и вот так вот аккуратно сделали отверстие под трубы. Вот, даже не парились какой-то промежуточный там делать. Просто отрезали одним большим куском ламинат и постелили. Все шикарно, все замечательно. То есть, если посмотреть с этой стороны, то практически ничего не заметно. И сказали они заказчику, что других вариантов просто нет. А по-другому сделать нельзя. И даже вот тут карандашики свои оставили. Вот тут они разметку, видать, делали. И карандашики оставили, чтобы потом заказчик попытался их еще стереть. Ну, короче, рез они сделали красивый, ровный. Даже почти что сколов не видно. Это вообще замечательно, классно. Ну что ж, теперь что я могу сказать? Ну теперь, в общем, я предложил заказчику устранить эту проблему путем переделки данной проблемы. Переделать проблему путем устранения данной проблемы. Ну, в общем, придется сейчас ламинат разобрать от края и до сюда и уже вырезать новое отверстие, которые и будут уже в дальнейшем украшать вот эти две трубы, а не вот такое вот безобразие, которое сейчас здесь у нас есть. Мастера, которые делали, получается, эту работу, укладку ламината производили. Ламинат уложен достойно, ничего сказать против него не могу, но единственная вот проблема вот в этом вот отверстий. То есть они не умеют или не хотят, или не знают вообще, как можно сделать обход трубы, как его сделать красиво, и чтобы в дальнейшем он просто не портил внешний вид и всегда радовал глаз. Ну, короче, теперь я буду заниматься переделкой вот этой проблемы. Поехали! Сейчас первым делом нужно разобрать ламинат, чтобы убрать это безобразие. Такое же безобразие и в другой комнате. В общем, вот вторая комната. Здесь тоже также уложен ламинат. И здесь такая же вот проблема. Вот. В общем, здесь отверстие даже сделали еще и побольше, чем в той комнате. Ну, тоже вот так вот не очень красиво. Но эту тоже проблему можно устранить. Разберу ламинат, сделаю все обратно и красиво, чтобы не было вот этого вот, вот такого вот некрасивого выреза под трубы. Ну, попытаюсь это сделать более симпатично. А как это получится, у меня увидите в конце. Ну, то есть, получается, нужно будет опять разобрать вот эти все полосы ламината. Их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук, восемь даже. И перестелить его придется заново. Ладно, хоть одна коробка ламината осталась, чтобы можно было эту проблему устранить без покупки дополнительных материалов и дополнительных расходов. Ну, единственный расход будет по работе, потому что за эту работу уже было оплачено, уплачено, и теперь это будет переделка. А переделка, как вы понимаете, бесплатной тоже не бывает. Ну ладно, поехали, начнем, нужно работать. Ну что ж, пока плинтусов нету, разобрать можно легко. Так, возьмем вот такой вот крючок для снятия натяжного потолка, я его использую. Ну, можно, в принципе, что-то другое придумать, для того, чтобы можно было поддеть этот ламинат. И первый кусочек просто нужно приподнять. Так, ну, в принципе, у нас он поднимается два сразу. А давайте сразу два поднимем, снимем его, чтобы было проще потом обратно устанавливать. Так, ну все. В общем, первый кусок снял, и теперь уже все в автоматическом, можно сказать, режиме по порядку разбираем ламинат. Ну, главное его просто разобрать, то есть снять кусочек, отодвинуть вот так вот в стороночку, и также следующий снимаем. Оп, и сдвигаем. То есть все листы полностью разбирать не надо. Нам нужно просто разобрать на полосы.
Чуть Олег мешает. Да, вот как мастера прям жирно рисовали карандашом отметки. Можно было просто точки ставить. Но зачем-то они вот так вот это все делают. Фирма, что скажешь еще? Фирма так работает. Так, ну и вот он, звездный момент. Снимаем кусок ламината. Хоп, вот и все. Видите, как получается, что захватывает прям два куска. То есть вот эти два куска сейчас нам нужно будет заменить. Вот этот и вот этот. Так, и вот тут у нас почти практически идет целый. Так, ну, пока у нас ламинат еще не привезли, поэтому будем мы использовать тот ламинат, который у меня есть. Ну, возьмем, допустим, вот с этого кусочка. То есть с этой полосы мы сейчас ламинат используем для того, чтобы вырезать сюда. И уже потом соберем его обратно. Так. Сдвигаем. Так. И вот этот тоже. Оп. И так вот. Короче, ламинат разобрали. Теперь нам нужно сделать отметки и вырезать уже отверстие по-новому. Так, шаблон делаем из вот такой вот типа малка. И сейчас будем вырезать под трубы наших заготовках. Вот два куска ламината, которые я заменил, которые были здесь. Вот они. И сейчас из них, в общем, я сделаю новые изделия с новыми отверстиями и установлю их на место. Вот пока вот такой вот вид шаблона у меня здесь вырисовывается. Итак, в общем, вот такие два отверстия мне нужно вырезать в этом ламинате. И потом попробовать просунуть их через трубу. Я хочу попробовать открутить вот эти гайки и через них попробовать опустить ламинат. Если это получится, то хорошо. Лишний рез на ламинате будет отсутствовать. Но надеюсь, у меня все получится. Но я в этом уверен на 98%. Ну, иначе быть просто не может. Так что давайте держим за папу кулачки. Папа начинает волшебство. Отключаем батарею. Так. И если правильно угадал, то батарея у нас эта, и отключается она здесь. Все, пошли сливать воду с самой батареи. Так, сначала спускаем воздух с крана Маевского, чтобы скинуть давление в батареи. Ну и определить, правильно ли мы закрыли батарею или нет. Если давление падает, вот как мы видим сейчас, то значит все правильно, батарею закрыли мы верно. Все, а теперь дело за малым, слить воду, которая сейчас есть у нас в батарее. А это мы будем делать уже через нижнюю пробку. Аккуратненько. Вода у нас течет грязная, ну, так как в системе ничего чистого нет. Потихоньку открываем кран Маевского, запускаем воздух, чтобы можно было спокойно слить воду, остатки. Ну что ж, водичка у нас почти закончилась, набралось вот чуть меньше половины тазика. Ну, это где-то литров, наверное, 7. Вот с такой вот батареей. И теперь нам нужно будет открутить гайки, которые находятся внизу, чтобы уже окончательно слить воду, которая есть в батарее. Вон те гаечки нам нужно будет открутить. Так, положил на низ тряпочки, чтобы
лишняя вода не утекла за пределы и не намочила пол. Так, 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 так. Батарея, конечно, поддалась нелегко, пришлось разобрать полностью, выкрутить из батареи. Ну и все, теперь потом я вот эти самые переходники закручу обратно в батарею и соединю. Но пока нам нужно вставить ламинат на место. Вот такие два переходника, которые выкрутились из батареи. Вот тут они сидят на резинке, но я их посажу на сантехгель. Для надежности. Вот так вот выглядит батарея снизу. В общем, сняв батарею, понимаешь, насколько узкопрофильные мастера здесь работали. То есть мастера, маляры, или как их назвать, даже не удосужились снять батарею, чтобы за батареей сделать такой же красивый вид, как и во всей комнате. Соответственно, делаем вывод, то что комплекс работ по отделке был выполнен не полностью. То есть за батареей у нас осталась старая бетонная стена, заштукатурена еще застройщиками. Ну все, не знаю, будет заказчик это делать или нет. Это уже дело третьих. Моя задача сейчас восстановить ламинат в прежнее положение, уже по новой схеме. Вот так, в общем, я переделал ламинат. Вот через два отверстия методом, путем снятия батареи, я спокойно мог надеть ламинат сверху. Но, естественно, такой вариант, он не везде применим, не везде можно его использовать. Иногда снять батарею не предоставляется возможным, поэтому есть на этот случай другие варианты. То есть есть у меня отдельное видео на эту тему, как обойти ламинатом трубу. Обязательно посмотрите, если вам такой вариант не подходит. Как это сделать проще, как это сделать эффективнее. Смотрите, это вам обязательно когда-нибудь пригодится. Ну, на этом у меня все. Завершаю работу. Сейчас доложу, в общем, ламинат. И повешу батарею, запущу ее, чтобы здесь в комнате снова стало тепло. Пока все. Всем спасибо. Всем пока.